В очередной раз, вернувшись в Киев, мы просто не могли не зайти в наше любимое заведение, заказать любые блюда. Они вот в ближайшем времени отправятся в Херсон, потому что это подарок. Это специальные такие булочки с овощами и там с чем-то еще. И бамбуковый суп. Я это стараюсь все как можно надежно завернуть, для того, чтобы оно не разлилось во время доставки. А почтовый офис находится очень рядом. Вместе с Карлом решили приятно провести время. What do you think about this? I'm eating Chinese food in Ukraine. That's what I think. Yes, exactly. The rice is imported, that's why it's cold. So my rice is not cold, my rice is warm. But his one was delivered cold. Ukrainian tradition. To treat the foreigners. Only the best service for foreigners. So now it's day two. That means day one is finished, our little contract thing that I hate. And I failed already. So that means I have to pay Yapen 1,000 hryvnias. Are you seriously going to do this just right now? But we have an agreement, you can do this like no, at the end of the month. That's because I'm not here. Because I didn't do my 30 minutes of movie stuff. So there you go. First day. Spend it well. Profit. Что ж, а сейчас я наконец-то собираюсь сделать то, что мне не удалось за год пребывания, год проживания в Киеве, а именно посмотреть его парки глазами велосипедиста. Мы поедем в мой самый любимый киевский парк, Новосибирский парк. Мы арендовали два велосипеда, стоимость аренды на сутки 100 гривен, стоимость аренды на час 50 и 20 за каждый последующий час, поэтому мы проплатили за целые сутки. И поедем на этих великах домой, хотя живем мы в районе Золотых Ворот. А завтра утром их вернем. А вот, собственно, то место, где мы прожили почти целый год. Возле кинотеатра «Загреб». Там, кстати, каждую пятницу происходили, как это называется, ярмарки, где можно было купить свежее молоко прямо из-под коровы. В общем, хорошие, настоящие, свежие, натуральные, какую я дал рекламу, продукты. А еще там место, собственно говоря, двор, в котором я так много раз выгулял свою дорогую собаку. Carl, I wish you luck. Be careful. Пока ехали, наткнулись на такую водонапорную башню. Верхушки уже нет, но сама она выглядит как такая средневековая башня для лучников. Я только что слышал, как с той стороны скрипели сзади меня деревья. О боже мой, я вижу, как одно дерево шатается. Я должен был сказать с самого начала, что это видео посвящается моему среднему брату Лёше, который очень любит велосипеды и который сейчас, наверное, будет мне очень сильно завидовать. Я надеюсь, что мы с тобой, братишка, сюда приедем и повторим это на хороших велосипедах. Как там принято говорить? Никогда не постарайтесь повторить это сами. I'm gonna buy a mountain bike and move to Kiev. It's done. Сейчас мы добрались к одной из главных православных церквей, которую я когда-то добирался пешком, когда бродил по паркам киевским. Выглядит она вот так, вы можете рассмотреть сзади меня. А рядом с ней будет конюшня, которую выращивает пони. Может быть, это не конюшня, а понюшня. Привет. О, ты сладенький, лизюкает мне руку. Хороший, а ты хороший? О. Это страшно, однако. Вот, в общем, в чем дело. Мы добрались до одного места, где я был когда-то давно, но за полгода здесь много изменилось. Здесь поставили вот такую установку с разными зиплайновыми вышками. И сейчас мы будем отправляться по разным точкам. Кстати, это самая длинная по расстоянию зиплайновая трасса в Украине, правильно? Или вообще? В Украине. Ее длина 1200 метров. Мы будем перелетать через разные точки. Вот так вот, чуть-чуть вниз и нажали. Он открылся. Есть. Попробуй. Этот мы не трогаем. Да. Так, вниз и нажимаем. Снимаем.
Ага. Надо сопоставить прорезь с несущей пластиной. И видишь, фокус Шоттерфилда получился. Да, да, да. Тренируемся. Так. Ага. Ой, я классное чувство. Пошла команда готов. Мы его пропускаем. И одеваем вот сюда, вот, смотри. Ага. Вот сюда сверху, для того, чтобы он не тормозил. Берешь два каната и делаешь натяжку, чтобы он не соскочил. Понял. Ну, то есть в начале. Дальше можешь отпускать руки. Пригинайся, чтобы не зацепить. Опа. Там еще секунды бегут, кстати. Так, 1.42, да? Все, прыгай прям. First time ziplining, it's pretty awesome. I was not expecting this. Me too. Так, так. Сейчас мы устроим маленький пикничок. У нас с собой в запасе я сварил яичек, взял яблоки, Карл прихватил кефир с собой, минералку и мандарины. Поэтому даешь здоровую пищу. Всем приятного аппетита, кто нас поддерживает и ест сейчас в этот момент.